Досмотри это видео до конца, и ты увидишь, что я сотворила этими руками из того, что было дома. Я убиралась дома и хотела выкинуть гипсофилы, так как они давно уже у нас стоят. Но решила дать им второй шанс. У меня дома остались разные корзиночки от других букетов, и сначала я думала просто туда их переместить. Но творчество дело такое, и в ход пошли, как вы видите, даже кухонные полотенца. От новогоднего букета у меня остались украшения, и я решила украсить наш букет. Потом пошли в ход тени. И посмотрите, что получилось. По-моему, очень красиво и подходит под наш интерьер. Напишите в комментариях, как вам такой результат.